Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф. Сегодня мы посмотрим на игру под названием Gibbs. Это такая помесь 2D-шутера с каким-то рогаликом, где нам предстоит истреблять орды зомби. Так, я уже персонажа создал. Погнали. В общем, наш персонаж умеет перекатываться. Ну, так вот даже пафосно. Вперед либо назад падать, но назад вообще топчик. Оп-оп-оп-оп. Сволочи, вы не пройдете. Также у нас тут что-то есть умение. Окей, мы можем как-то прокачивать. Пока что не на что, но можем вполне себе. Оружейная стойка, урон ближнего боя, зомби-серфинг. Ну, такая игра не лишенная юмора, скажем так. Эффекты одежды еще какие-то тут есть. Ну, давай будем в этом во всем разбираться. Я совсем немножко играл, поэтому такое. Чем мы будем качать в первую очередь? Скорость передвижения. Танцы, быстрое движение за вперед, лечат вас, работают только в первые 10 секунд сражения или до достижения полного здоровья. Ага. Короче, ладно, разберемся, думаю, в процессе. Там был торгаш какой-то, но у нас особо не на что у него что-либо приобретать. Поэтому погнали! Нифига себе, вы сразу дерзкие какие ребята! Из зомбиков у нас валятся монетки. Зомбики, соответственно, будут разные. У нас будут разные способы их умерщвления, так скажем, да? Пока что у меня только говенный пистолетик, с которым только, блин, и воевать. Отвалите. Но зато мы денежек насобираем. Давай, может, какие-то хеды выдавать. Может, это как-то более эффективно. Оружие у нас не обладает перезарядкой, то есть у нас бесконечные патроны. Единственное, что клацать надо. Постоянно клацать на кнопку, чтобы истреблять их говнарей. Опа, я еще и перекат умею делать. Зашибенно. Так, ну пока что простые волны, мы с ними отлично так справляемся. Главное, чтобы так и дальше шло, и главное, чтобы нам дали какую-то возможность приобрести какое-то более крутое оружие. Так, этому ноги оторвало, кстати, парню. Ну-ка, умри. Зачистили, отлично. Сейчас пойдем дальше, монеточки соберем. Также у меня есть, кстати, рукопашная атака, да, на правую клавишу. Тут никаких секретов не бывает, я вот в этом не очень уверен. Хорошо, ладно, погнали дальше в любом случае. Тарем-тарем. Что у нас тут? А, тут у нас... Опс, кто-то на меня напал? Али нет? Али да. Ну давай отбиваться. Твою мать, чё ж вас так много-то? Опа, вертухи. На, в рукопашечку. Ах ты ж гады. У меня мало здоровья, я не хочу, чтобы вы его тратили мне, придурки, а. Опа, вертух. Так, я себе в угол загнал слегонца. Как эти ящики бомбануть? А, вот так вот. Просто стрелять в ящики. Логика, да. Оу-оу-оу. Да уйди. Вот это сейчас я из какой такой позы шпалял. Ну-ка, давай. Опа-оп-оп-оп-оп. Блин, ну прикольно. Дайте только оружие получше, будет все совсем хорошо. На, иди ты лесом. Пока что мне не отняли здоровье, но это, блин, только пока что. Зато у нас куча монеток. Там еще у торгаша какой-то репеллент продавался, которым можно обмазаться, чтобы нас зомбики не спалили сходу, да? Я такой еще подумал, а зачем это нам дерьмо надо? А вот зачем. О, черная кепка, плюс 15 к отбрасыванию оружием ближнего боя. Берем кепочку. Вот здесь что такое? Команда R опять в расчете или что тут? Что за R? О май гадабл. Супер снайпер. О да. О да. Я готов. А мы тут никак переключиться не можем в меню прокачки или что-то типа того. Ну ладно, погнали, с чем есть. Какая-то золотая снайперка. А вот здесь мы в умение можем зайти, такс. А, и можем что-то даже покачать. Ага, ни черта не можем, не хватает. Ну только вот и кепка, и лицо у нас туда. Что-то не так много мы вариантов можем закастомизить. А, это надо было сразу ломать. Это временный эффект, мать его.
Ладно, будем знать. Это, думаю, что за жесть. Думаю, сейчас я там покажу, кто тут вообще главный-то на деревне. Так, и еду я, наверное, да, рано сломал. Короче, надо более, как сказать, правильно позиционировать вот это все дело. И думать, когда что юзать. Блин, я из положения как-то лежа умудряюсь шмалять. Ну я просто не... Ну, конечно, захочешь жить, умей вертеться, когда особенно... Так, дофигища вокруг зомби-то! Вы чё, говнари? Откуда вас только? Дропали бы хоть что-то полезное, а не только монет. Хотя, быть может, именно монеты нас спасут в конечном-то итоге. Блин, а? Я хочу какое-то оружие, дайте мне что-то круче, чем вот этот сраный пистолет. Что-то круче, чем этот пистолет, я говорю. Ну, давай. Давай, ребята, идите сюда. Все, зачистили. Надо поискать какое-то оружие покруче, очевидно. Нашел приключение на свою задницу, блин. И нашел вот такой вот какой-то дробовичок. Который, в принципе, неплохо себя показывает. Тут еще новые враги, какие-то курицы тут были. Так, вот это что такое? По любасу какой-то бонус. Смотрите, какая там пушенция. Дайте-ка ее взять. Оп-оп, манцы-манцы. Дай сюда. Опа, держи, подонки. Блин, это опять конец. Ну что ты будешь делать? Еще какой-то кролик. Я его убить не могу, к сожалению. Практически добрался до деревушки. О, давайте я возьмем. Что, нельзя? Или у меня именно такая же пуха? Ладно. Вон, видели, зомбик пляшет? Нам, походу, придется вот здесь вот иметь. А, это босс! Ах ты ж подонок! Ой-ой-ой, в рукопашку с ними это я зря. Ой, блин, справа-слева, посмотрите, сколько у него здоровья. Ах ты ж придурок. Ай-яй-яй! Куда ты там делся? Мать вашу! Ты вообще нормальный, нет? Это он превратился? Или чё, откуда востока? Воу! А это хардкорный босс. Харе, может быть, а? Твою ж налево. Солидный парень. Так. По-моему, там еще подосрал. О, да. Прям как я люблю. Блин. Вот летучая мышь реально проблема. Так. Опа, засранец! Я тебе устрою, блин, ласковую-то жизнь. Мне бы подхилиться. Да ёпта. Может, харе меня резать? Опа, все есть. Он умер от здоровья, ни черта нет. И, походу, его сейчас вообще не станет. Блин, они меня крошат. Смотрите, что творят-то демоны. Давай возродимся. О, это я вначале возродился. Отличный, мать его, план. Это жесткий босс. Это вот у нас оружие есть, мы можем, видать, вначале выбирать. Может, я что-то смогу купить, парень, не? Или что-то прокачать. 126 есть. Что нам дает? Плюс одно сердце, к примеру. А здесь мы ничего не можем. Давай качнем плюс одно сердце. Попробуем надрать им задницу заново. Ничего не могу купить. Даже зомби-репеллент. Ну, может быть, я рано к боссу поволокся. Может быть, мне надо подфармить что-то, да? То есть у нас есть некий хаб. И из него выбираясь, мы попадаем сразу под раздачу, по всей видимости. Ну, допустим. Твою мать, что происходит? Почему меня режет какой-то ссаный зомби? Это что, мать его, было? Просто какой-то волкодлак напал. Я не знаю, кто он вообще. Но вы видели эту дичь? Просто напал какой-то говнарь. Ну, то ладно, первую зону-то просто зачистить. Учитывая, что у нас дробовик. Но откуда во втором нападении неведомо кто, была куча, блин, куриц этих. Ну ладно, погнали, посмотрим, что у нас получится на этот раз. Сейчас бы опять не нарваться на этот лютый батл, что там был.
И как бы, нарвался на что-то. Так, тут у нас монетки. А пушек нету, да, золотых? Черт, а вот курицы взрывные. Опа, пошли в задницу. Сейчас главное, чтобы это опять оборотень не выволокся. Я вообще не понял, что это за дичь была и почему он меня просто убил. Возможно, надо было что-то нажимать. Есть подозрение. На что я не нажимал. Так, давай. Вот по толпе дробовичок хорошо, конечно, заходит. В целом. Так, курятина бежит. Опа, ой, ё-моё. А-а-а, на, по ногам. Сволочь. Опа, не врёшь, не возьмешь. Курятина, а. Так, глядишь, накопим. Нам, блин, 300 этих монет надо. Чтоб там что-то улучшить хотя бы, хоть как-то. Хоть маломальски, блин, улучшить. Вы будете дохнуть, нет? Отлично. Давай, отчаливайте, парни. Я тут еще монет пособираю, вы же не против? Да, отлично. Вот в этот раз как бы изи, да? Можно еще и подхилиться. Вон там еды всякой. Нормальный же план, да? Очередной батл. Давай посмотрим. Может быть, нам что-то удастся здесь как-то сделать получше. Так, автоматик какой-то тут. Дробовик. Да твою мать, дайте взять. Опа, твари. Ловите, ловите от души душевно в душу. Ха-ха-ха. Банька кровавая понеслась. О, да. Вот это было круто. И мы опять упираемся в босса, на самом деле. В чем проблема? Там впереди только босс. Погнали к боссу, что делать, да? Я так подозреваю. Этого волкодлака я не встретил. Я какой-то целительный танец могу купить, однако. Все оружие ближнего боя нас немного больше урона. Это не очень нужно. А вот что за добавляет на карту мира новую мини-игру? А, это что-то какая-то мини-игра. Окей, а тут надо убить двух боссов. Так, что там за танцы-обжиманцы я умею? Ага, за 200. Нет, я хотел бы что-то другое. Скорострельность автоматической винтовки увеличена, вот, к примеру. И дробовик перезаряжается быстрее. Вот для дробаша сошло бы. Давайте-ка я пока откажусь, наверное. Ну, погнали на босса, а чё? Чё нет-то? Здоровья побольше, глядишь. Подшатнём. Так, может куда-то в голову стрелять? Да твою мать, он достает. Надо не жадничать и больше кувыркаться, по всей видимости. Ну, не столько босс достает, знаете, сколько его летучие мыши эти. Вот это что вообще? Как вот с этими тварями летучими бороться? Нормас. Такс, боссу я немножечко уже снес хитпоинтов. Он там еще подгадил, да, мне? Так, окей. Может, главное по боссу стрелять? Давайте сделаем упор на босса. Я его все-таки дамажу как-то. А хотя он сейчас, по-моему, еще летучих мышей призовет. И будет жопа. Да твою мать, это просто жесть. Меня эти мыши разматывают. Мне бы перезарядку на дробаше побольше. Глядишь бы, полегче было. Или подхил. Ну харе! Он там еще подосрал, да, мне? Вот это как называется? Вот достают и все, ты хоть убейся. Так. Может харе? По-моему, я сейчас склеюсь. Не хватает мне здоровья, чтобы одолеть эти сраные толпы.
бесячий босс. Ну, возможно, если прокачать, к примеру, вот это вот умение, да, на перезарядочку, в принципе, накопить осталось не так-то много, то у нас есть шансы убить этого босса. Ну, в любом случае, я думаю, мы посмотрели, что-то увидели, как тут, в принципе, все это делается и живется. Рукопашного оружия тут довольно много. Милишиного я бы не сказал, что очень дофига на самом деле. Но, возможно, это еще не все, которое вот именно в этом хабе расположено. В целом, игрушечка довольно прикольная, занятная. Я думаю, особенно она сильно раскрывает свой потенциал именно... Майка. Что за майка? Нафиг мне это... Спасибо, я еще и потратил деньги. Отлично. Дизайн майки мне был очень важен. Потому что бороться с зомби иначе вообще никак без дизайна годного майки. То есть свой потенциал она особенно в кооперативе, думаю, будет раскрывать. То есть в толпу так вот пошинковать, да и боссов в толпу, я думаю, вшинковать гораздо проще, по идее. В любом случае, на этом всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. Увидимся в следующих видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.